Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым доставлен на поле. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Без первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно. Ну, можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым доставлен на поле. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Без первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно. Ну, можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым доставлен на поле. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Без первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно. Ну, можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым доставлен на поле. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Без первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно. Ну, можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым доставлен на поле. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Без первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно. Ну, можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Начинают очередную серию из вечного противостояния. Матчи с участием этих команд всегда интересны. О них много говорят, их обсуждают, их ждут болельщики. Мы не знаем, как сложится игра, но одно можно утверждать точно. Нас ждут 90 минут классного футбола. Мохамед Салах. Хороший навес, но выбивает мяч. Пройдет тут навес.
продолжает. Начинают очередную серию из вечного противостояния. Матчи с участием этих команд всегда интересны. О них много говорят, их обсуждают, их ждут болельщики. Мы не знаем, как сложится игра, но одно можно утверждать точно. Нас ждут 90 минут классного футбола. Мохамед Салах. Хороший навес, но выбивает мяч. Пройдет тут навес. Продолжает идти вперед. Очень опасно могло быть. Начинают очередную серию из вечного противостояния. Матчи с участием этих команд всегда интересны. О них много говорят, их обсуждают, их ждут болельщики. Мы не знаем, как сложится игра, но одно можно утверждать точно. Нас ждут 90 минут классного футбола. Мохамед Салах. Хороший навес, но выбивает мяч. Пройдет тут навес. Продолжает идти вперед. Очень опасно могло быть. Начинают очередную серию из вечного противостояния. Матчи с участием этих команд всегда интересны. О них много говорят, их обсуждают, их ждут болельщики. Мы не знаем, как сложится игра, но одно можно утверждать точно. Нас ждут 90 минут классного футбола. Мохамед Салах. Хороший навес, но выбивает мяч. Пройдет тут навес. Продолжает идти вперед. Очень опасно могло быть. Без первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высокий.